Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dragon's Dogma. В последней серии мы дрались с Химерой, вон там. Совершенно внезапно ее встретили на своем пути к лагерю непонятных сектантов. Нас попросил герцог разобраться в этом деле. Тем не менее, мы практически подходим. В прошлой серии было два жарких боя, это с гигантом. Там еще кроме него орды волков набегали, какие-то воины. То есть все сразу скопом напали, но мы справились. И была Химера. И надо сказать, что команда вот эта моя новая, если они сейчас не будут лезть, конечно, мне под ноги. В целом команда вот эта вот новая очень сильно меня выручает, они очень сильны именно в плане командной слаженной работы. То есть девушки просто тащат. Ну и Акаки сам по себе молодец. Ну и то, что я наконец стал тем классом, которым действительно можно убивать врагов. Это тоже, что туда значит. Итак. Не бесись, пожалуйста. Ох, кровище брызгает. Вот так вот, да? Как видите, шансов у них особых нет. А всего-то нужно было взять кого-то, кто умеет стучать врагам. Так, здесь они разграбили какой-то караван. Грабят куруваны. Ну и ладно. А мы разграбили... Ой, тихо. А мы разграбили их. Так, и мы пришли. Мне лечиться вроде не нужно. Так, сейчас как-то аккуратненько нужно спуститься. Что у нас тут такое? Я еще с Гидрой хочу подраться. Как-то у нас не получилось. Я ей голову одну срубил во второй, по-моему, серии или в третьей. И все, она упетляла от меня. Хочу остальные головы. Так, камень нам не сильно нужен. Давайте продвигаться. В катакомбы. Я чувствую нежить. Печально, что Майя не умеет холи накладывать, то есть святые, ну то есть святое умение, святую магию на оружие. Только огонь, молнии. Но тем не менее, все равно, это пока что лучший маг, что у меня был. И кроме того, ее можно помацать. Я шучу. Главное, помацал сначала, потом говорю, шучу. Ну, приятная девушка. Так. Какие здоровые крысы. Такие здоровые крысы должны летать. Они временами кусаются, так что с ними нужно быть поосторожнее. Еще какую-нибудь дрянь подцепишь. Так, возможно, открывается с другой стороны. Возможно, мы сюда вернемся, когда уже все сделаем, что могли. Майя заметила, что там мы не пройдем. Вот глазастая. Такой завал заметил. Зачем вот эти ножи подбираете, а? Хватать, что попало вообще. Так, взять яд. Но у меня нет пустых сосудов, да и яд мне не сильно нужен. Что-то где-то за стеной, по-моему, я слышу. Так, беспокоим местных. Нежить поперла. Отлично. Не трогай его. А как я отомсти? С нежитью всегда интереснее играть. О-о-о. Так, это мы зря сделали. Света боится. Молодец. Я же говорю, хорошая у нас эта магичка. Так, отлично, поджигать можно. Пусть посветлее будет. И если какая-то атака, то сюда отступать, чтобы они от света страдали. Слышу.
Ох, сколько вас тут. Ушел. Так, ребята. Не трогай ее. Так, в целом достаточно эффективно справился. Действительно. Майя права. Так, я могу открыть? Ух ты. Red Cure, что это такое? Ощущение, что это лечилка какая-то. Лечат магические отклонения. Мешок волос. Нафига нам? Ой. О, как я, что-то страх какой-то. И у Кари тоже. Вроде все в порядке, да? Обожаю в играх всякие крипты. Так, ты одна тут такая? О, а ты откуда взялась? Голову снес ей, да? А нет. Оп! Офигеть. Так, а она что, огонь сделала нам или... Так. Где я? Откуда ты взялся? Молока, какие ты просто рвешь их. Ой, за дверью. Звуки-то какие нехорошие. Давайте, кстати говоря, сохранимся. Потому что если нас сейчас убьют, то мы, я даже не знаю, откуда начнем. Здесь вот с автосохранением проблемы большие. На входе в локацию он, по-моему, только сохраняется. А так лучше самому. Это не то, что проблемы, просто как-то уже размяк с современными играми. Так. А что за звуки там были? А какие? Оп! Ну страшно, человек, страшно. Гроза зомби. Эй! Хватают гады. Давайте на всякий случай от огня защиту сделаем. Просто чтобы светилось красиво. Я слышу, там их еще много. Канация. Полезли, полезли. Так. Хорошо. Вот молодец, да? Она не рвется прямо в бой, она сзади держится и кому что нужно делает. Разберитесь, ребята. А как их просто вырубает. Так, это что за новый какой-то плащ? Я его хочу. Так. Ну, в целом похуже. Ощутимо. Но выглядит круче зато. У него урон вот это вот... Что такое, интересно? Это холод, наверное, да? Получше. Сопротивление урону. Самое левое. Давайте попробуем. Красиво же выглядит. Волчья шкура. Так, ладно, продвигаемся. Вот это, насколько я понимаю... Та самая дверь. К самому началу, да? Да-да-да. Так, это у нас какой-то лифт прям-таки. Или подъемный мост какой-то.
А вот это что? Закрыто. Нужно ключ найти. Так, ну давайте посмотрим, куда это нас ведет. Еще ниже. Хорошо. Гиблое место, но очень атмосферное и крутое. Так, у меня же один фонарик, да? А как и свой протерял? Да. В принципе, ладно, моего хватает. Тем более, что тут везде костерчики разожжены. Они говорят, что это было построено. Тут сначала была пещера. А вокруг нее построили. Пауки, по сути, безвредные. Но противные. А какие? Не трогаю. Пусть все ползет. Подождет. Ты посмотри, что делает. Ну, в общем, безвредные, но агрессивные. Помп не удался. Так, ладно, это что у нас сюда? Мне есть такое ощущение, что сюда понадобится ключ. Да, ключа нет. Отлично. Вот она, оказывается... Ой, тихо, это что там такое? Она, оказывается, умеет холи делать на оружие. Так, тихо. Я не могу сохраняться. Ну ладно, уже зацепились, так что пойдем вперед. Тихо, ребята. Так, а вот с тем, я надеюсь, маги разберутся у нас. Ой-ой-ой, тихо. Не совсем понял, что это за духи такие, что это за магия была. Но я вроде как могу его рубать с помощью магического эффекта. А, слезь. Молодцы, поддерживают меня. Нет, в этой игре все-таки в одиночку делать нечего. Только на взаимовыручке все. Отпустил Кари. Хорошо. Маленько подлечиться. Так, ну, Майя. Угу. Давайте посмотрим. Я, конечно, не все открываю, но так, иногда, возможно, что-то найдется. Давайте костерчик разожгем, кстати говоря. Убили, нет его. Хороший удар вот этот вот. Назад отходит. Полезно иногда бывает. Это какая-то пластина, что ли, нажимная. Сложно сказать. Давайте уж это посмотрим тогда. Тихо. Так, нас прокляли. Майя, выручай. Здесь есть нажимные пластины, и если встать на каждую, возможно, что-то произойдет. Да нет, вроде. Скорее всего, это даже не пластины. Так, в итоге. У нас ничего. Кто-то там нежить увидел. Какой-то журнал подняли. Так, молодцы.
Акаки, за работу. Оп! Да, капец, он бешеный какой-то. Нужно его на бешенство проверить. Что такое, опять прокляли кого? Нет, вроде. Тут что, масло? Масло, ну, давайте возьмем. А, у нас некуда же, точно. Да что вы делаете-то? Совсем с ума посходили. Опа-па, какая красивая галерея. Чем-то мне это напоминает Dark Souls. Ну как чем? Там тоже такие подземелья были. Ну там все же один бегал. Одному было интереснее, по-моему. О-о-о. Так, давайте уже сохранимся. Нет, не карта. Потому что я чувствую сейчас в этой большой открытой комнате что-то будет. А если мы умрем, то мы начнем с самого-самого начала подземелья. Не хотелось бы. Тихо-тихо. Ох ты, как плохо. Ты огнем долбишь, что ли? Молодца. Но в целом не без эксцессов, будем знать. Да? Отвали ты мелочи. Ну ладно, пока что справляемся. Давай, подлечи меня, Майя, пожалуйста. Так, что у нас здесь? Это драгоценный камень. Вот так. Лечите, пожалуйста. Спасибо. Блин, что бы мы без тебя тут делали? Череп. Чем не череп? Так, в итоге. У нас есть дорога налево и дорога направо. Там свет, поэтому, скорее всего, пойдем сюда, где темно. Логично же, верно? Где-то сокровище нашло. Возможно, ведь мы тут можем спуститься. Возможно. Treasure, perhaps? Now. This looks interesting. Этот запах, говорит, слов нет. А вы кто такие? Серьезные противники. А тут Акаки будет выруливать просто. Да, блин, не то. Ай-яй-яй. Зря я это сделал. В общем, маг нас спасает. Так, а если мы сюда пойдем, то мы придем к другому входу, да? Да-да-да. То самое место, понятно. Так, ну что ж, давайте двигаться дальше. Там я за дверями слышу еще ребятушек. Давайте им подарим что-нибудь эдакое. Они там внизу где-то. Вроде не взорвалось. Тихо, не падай. Что-то говорит, я не хочу, что-то там.
Здравствуй. Да, блин, а? Молодцы. Майя, конечно, я был бы не против, если бы мне Панова зачаровала меч, а он летит. Нет, не долетело. За стеночку зацепилась. А Панова она, я так понимаю, не сделает. Я слышу там тяжелые шаги чьи-то. Сохранимся, пожалуй. Посмотрим. По-моему, там гигант. Что-то, судя по звукам, здоровый какой-то. А, ну это этот. А, нет, такого мы еще не видели. Ща гребет. В голове не нравится ему. Тихо. Ничего, сейчас взломаем. Посмотри, Кари улетела как. Вошло, хорошо, прям в глаз. Ничего, недолго ему осталось. Вошло. Вошло, хорошо. Что-то какие-то непонятные полосы, как при перегреве видяхи идут. Не знаю, видно ли вам на видео. Но что-то вроде у меня достаточно тихо. Поэтому сейчас мы его допинаем, и я думаю, надо будет серию прекратить. Потому что что-то какие-то артефакты пошли, как от перегрева. Так, ну давай. Видите, да, он мельтешит. Ох, тихо. Отвлекло меня это. Чё-то это не к добру. Что бы это могло значить? Давай уже падай. Ох, хорошо влетело. Да, судя по всему, перегрев имеется. Но я думаю, мы успеем сейчас запилить. А потом я уже буду разбираться, что это за ерунда такая. Технические проблемы, скажем так. Да что ж я, блин, ловить-то начал, как меня эта проблема забеспокоила, так я... Все, на нее все внимание. Ну это правильно, конечно. Просто серию уже охота добить. Ох, прилетело, блин. Ну давай уже, мне сейчас что-то сгорит походу. Так, ну все, запинали кое-как с трудом. Ну в общем, да, как вы видите, пошли какие-то непонятные артефакты. Я сейчас буду с этим разбираться, серию вынужден прекратить. Не знаю, сколько она по времени, но я надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием. Увидимся в следующей, надеюсь. А если с оборудованием все будет хорошо, с вами был Артур. Всего хорошего. Пока.